Давайте опять глянем книжку. Нам надо 4, 4 и 6 факелов. То есть 2 угля, да, и 6 факелов. Ладно, давайте сделаем еще. Правда, это все уходит в атмосферу, что плохо. Ну, что поделать. И 6 факелов. Наверное, сильно быстро так нельзя нажимать. Ведро. Вода. Ждать, пока закипит. Или нельзя, потому что стол в притычку стоит. Хотя навряд ли, я думаю, это не влияет. Давайте, так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все. И давайте. Во! Теперь он получился, нитр. И видите, вот на карте красные такие вопросики. Летают. Это, короче, летает как раз вот это злой виз, который нас пытается убить. Нитр работает вот так. Его можно крепить к потолку, и он светится. Он хорошо светится и также собирается от одного раза. Можно прикрепить к стенке. Полезная, в принципе, вещь, но он не стакается. Вот это что проблема. Например, можно вот. Назад. Видели, летает. Она, кстати, сносит жизни очень хорошо. Угу. Так. Давайте нальем воды. И выучим еще какой-нибудь рецепт. Допустим, опять положим уголь, давайте. Да нет, это гониво. Что, один рецепт несколько раз можно выучить? Как-то странно. А где еще уголь? Так, возьмем отсюда немного. А, это уже другой рецепт. Отлично. А, открылся это в Cobblestone. Вообще четко. Все. Discovery какой-то, не знаю, что это. И почему у меня персонаж как бы держит это вот так? Может, как-то надо на кнопку на какую-то нажать? Так. Нет. Ну ладно, короче, держит. Вот, мы выучили с вами другой элемент. Вот этот. Можно тоже сделать его. Но потом другие надо изучать элементы. Давайте, к примеру, опять. Ну, можно, в принципе, сделать. Мы ничего так, в принципе, такого, ну, по ресурсам не теряем. Что нам нужно? Фрактикс. Точно так же по два угля. Нет. По три угля. Три угля надо. Давайте сразу читаем три угля. И фрактикс нам нужен. А где он этот фрактикс, я не знаю. Так. Фрактикс. Это, наверное, в Cobblestone он содержится, да? Я понимаю так. Cobblestone. Тихо. Да. Все правильно. Фрактикса нам надо сколько? 6 вроде. Давайте, это я забыл. А, нет, 3 фрактикса нам надо. Вот это я не делал ни разу, так что я не знаю, что оно дает. Но, наверное, тоже светится. 2, 3. И 3 фрактикса надо. Вот, отлично. 2, 3. И... Симсалабим. Вот мы. Ух ты. Он взрывается. Круто. Ты, короче, типа бомбы, что ли? Этот светится, а тот взрывается. Ну ладно. Не будем пока заморачиваться. Давайте сделаем сундук. Вот для типа таких исследований здесь. И так. Теперь давайте попробуем выучить вот железо. Отлично. Вот железный слиток. Давай. Ага, и еще какие-то 3 руды. Мне кажется, что это тот рецепт, чтобы железо и золото делать.
Значит, нам нужно, нужна магия. Я так думаю. Нет. Можно попробовать золото. Хотя это будет дороговато. Ну, сначала наггеты попробуем, вдруг. Железо в наггетах. Ух ты. А тут дорого сильно. Ну ладно. Вот, да. Я оказался прав. А, ну и распределитель, конечно же, равный обмен. Давайте это используем. Да, я видел, что выкинул ведро. О, отлично. И свиток готов. Как-то у нас быстро идет по рецептам, но это я вас уверяю только потому, что мне как бы везет. Я английский вообще плохо знаю. Дальше нам будет сложно. О, можно сделать вот золото. Два наггета из двух железа и из одного крусибл. Так, вот это что такое? Не знаю. Ну ладно, в принципе, давайте просто изучать рецепты. О, магия. Так, вот это плохо. Короче, сейчас пойдем с вами посадим дерево. Но дерево непростое, дерево золотое. Ладно, это я, конечно, шучу. Посадим дерево магическое, которое, когда вырастет, оно будет нам магию приносить. Давайте посадим, я не знаю, там несколько блоков там надо отсчитывать. Вот посадим вот тут, чтоб не заморачиваться. Сразу же сейчас добудем пару семян и размножим наших куриц. И там, я помню, у меня было неравное количество. Я как раз одну убил. И теперь стало равное. 4 семечки. Давайте 6. Ну, давайте еще одну. Угу. О, отлично. 6 штук. И погнали. Ох, они уже яиц наплодили тут. Курицы. Курицы еще нам нужны для этого, как они дают перья. Перьев нам надо будет много. Вы не думайте, что перьев нам надо будет мало. Ну почему? А, во. Тупизм. Баг какой-то почему-то не показывает, что они довольны там, все такое. Ну и ладно, забьем на них. Просто уйдем. Опля. И погнали. Такс. Теперечи, теперечи. Нам нужно подождать, пока у нас будет магия. А пока я не знаю, где у нас еще есть магия. Давайте глянем. Магия, магия, магия. Магия. А, блин, фигово. Магия. Есть у нас в палочке. Это сильно дорого. Еще есть в кристаллах. Но тратить кристаллы только на то, чтобы... Давайте сколько потратим. Вот 4 штуки. Думаю, в принципе, так как бы больше такую роль не сыграет. 2, 3, вот. 2 штуки кристалла мы потратили. Не страшно. Давайте потратим редстоун, посмотрим. Потратим вот этот камень. Ну и, к примеру, вот это посмотрим. Может быть, это что-то присутствует. Ой, я так и думал, что тут машина присутствует. Я как чувствовал. И, может быть, что-то из этого нет. Золото? Нет. Железо? Нет. Cobblestone тоже нет. Давайте создаем логически. Машина магия. Может быть, равный обмен. Нет. Огонь. Нет. Яблоко определенно нет. Бэкпак. Он ничего не дает, он с другого мода. Дерево тоже нет. Это ясен. Ясен пень. Ну, попробовать стоит. Что еще может присутствовать в таком рецепте? Это, наверное, вот тут. Вот это он.
И, а может быть, я ошибаюсь. То есть давайте подумаем. Вот, может быть, вода. Давайте сделаем. Давайте проверим. Не знаю. Может быть, она. Смерть. Можно тоже как вариант. Но вряд ли. Давайте тоже проверим, что нам. Да, стол тоже, оказывается, горит. Как я и ожидал. Так, что у нас есть? У нас есть глаза. Давайте их попробуем. Как я жестоко выразился. Глаза есть. Давайте попробуем паутину. Например, вот это еще. Почему бы нет? Может быть, есть. Нет. Паутина. О! Нет, не повезло. Нет. Глаза. Может быть, нет. Блин, да что ж это тогда такое? Чё вы меня этуете? Да ну не может быть. Должно же быть что-то. Может быть, вот этот материал. Когнище. Да. Ой, мозги, зомби, мозги. Ух, повезло. Жалко, конечно, было тратить. Эта штука еще есть в бумаге, когнище, я знаю. Таунометр. О, это, кстати, прикольная вещь, но только я не знаю, что она делает. Кто знает, отпишите в комментах. Делается, кстати, просто. Сейчас можно ее сделать. 20, видите, надо написано 20 виса, чтобы это сделать. Короче, объясняю, кто не знает. А, водный кристалл, да? А, у меня его нет. Проблема. Значит, не сделаем. Попозже сделаем. Давайте теперь исследуем пауков. Вдруг получится. О, нашли какой-то рецепт. Да? Да. С мясом какой-то рецепт. Или что это? А, корпус, короче, корпус. Может быть, что-то из этого? Нет. Ничего из этого нету. Огонь есть. И что это такое? Корпус огонь. Ух ты! Магический таун. Ух ты, ух ты. Круто. Я даже не знал, что я его сделаю. И можно какой-то ресерт нотер какой-то сделать. Хм. А с чего он делается хоть? Нужно 4 корпуса. Давайте глянем, где у нас есть корпуса. Вот, нам, короче, надо 4 вот этой штуки. И палочкой можно разок бабам. И все. Так, давайте нальем воды. И загрузим. И посмотрим, что у нас будет. Да, короче, получается одна штука. Вот это магический таун какой-то. Не знаю. Давайте его положим. Пока что не будем к нему лезть. Сделаем рецепт еще один. Из кобблстоуна. Не знаю, что за рецепт. Идет медленно. Ладно. Не беда. Кобблстоуна у нас хватит всегда. Так. Такс. Никакой другой элемент не открылся. Это очень-очень обидно. Может, дерево? Нет. Уголь? Нет. Может быть, смерть? Как всегда, нет. Может быть, нитки? Нет. Давайте, может быть, железо? Нет. Стекло? Какой-то рецепт странный. Может быть, стекло, но... Как-то я тоже сомневаюсь в этом. Давайте тогда что еще попробуем. Попробуем порох. Ну вот эту фигню попробуем. Редстоун попробуем. И золото. Сначала золото. Нет. Редстоун. Машина есть? Нету. А, ну тут только мотус.
Ну, модус нет. Модус это определенно нет. Да не, вообще как-то эпик. Может быть равноправный обмен? Или равный обмен? Блин, он и тут достает до стола. Задолбал. Стрела, стрела. Нет. Не, ну так не круто. О! Я догадался, обмен. Интересно, и что еще за элемент? Если у нас камень. О! А, блин, я ж уже это сделал. А давайте кожу попробуем. Что у нас в коже есть? Корпус. Может быть корпус? Или нет? Так. Тут что? Огонь. О! Круто! Огонь, значит огонь. Надо взять у нас уголь. Вот он. Уголь. И давайте лупанем. Огонь. До конца. Я правда не знаю, что это за рецепт. Я когда видео других ЛПшников смотрел, я не видел, чтоб они так прям рецепты, как я, делали. Да, какая-то фигня какая-то. Что выучим еще? Тут что у нас? Железо не идет. Давайте что посмотрим. Руда какая-то. Может быть кристалл изучим. Вот тут стекло как бы такое неплохо. Или не стекло, а вот допустим. Допустим, что? А вот редстоун. Как раз чтобы машина и этот как. Значит, для моего уровня пока еще рановато это. Дерево. Рановато. Ага, рановато. Железо. Вот, железо, оказывается, тут есть. Ведро. Круто. Ведро сразу ушло куда-то. Ну, точнее, исчезло. Значит, надо что? Железо. И вот это все уперлось в железо, а у меня его нет. А если сделать один наггет? Вот. Сколько железа? В принципе, наверное, одно и то же. Тут 8. Ну да, как бы ничего не теряем. Огонь, машина, нет. Обмен. Да, я догадался, обмен. Только что-то рецепты какие-то реально хиленькие. Походу, Розанор, создатель мода, добавил очень много всякой штуки. Так, вот, допустим, смотрите, металлом надо закинуть, чтобы получить 2 наггета, да? Как бы тупо это все. Ну вот, я уже начальные рецепты пооткрывал. Давайте еще железо. Зря, наверное, это сделал. Хотя вот золото есть, что. Золото. Изучим все. Думаю, хватит. Хватило. Остались другие элементы. Обычно тут выбор небольшой, так что можно как бы вот это с собой брать и сразу. И много чего изучать. Давайте обмен попробуем. Вот, я уже сразу догадался. Обмен есть. Камень. Нет. Золото, ну это нереально не подходит. Может быть смерть. Нет. Ух ты, тут прям. Нет, ничего не подходит. Ничего. Огонь, машина. А. Вот теперь я как бы в тупике. Много элементов не подошло. Я растерян. Что делать? Вот что теперь делать? Книгу изучить. Давайте свет. Ну и ладно, хрен с ним. Давайте все это скидаем обратно в сундук наш, в сундучару. И что? И что? Перо можно рискнуть попробовать. Может быть что-то откроет? Нет. Кристаллы можно попробовать, но это не вариант.
А, кстати, земля, может быть, земля? Я, конечно, очень мало уверен, но все же нет. И вот теперь надо реально думать, потому что что еще у нас может быть? Например, вот этот цветочек миленький. Давайте его. Конечно же нет. Ну давайте выучим его, чтобы он не валялся. Может инструментом? Давайте меч. А, меч не подходит. Значит, оставляем. Кирку. Нет. Блин. Надо кирку сделать новую. Инструментум не подходит. Много элементов тоже не подходит. Что же делать? Семена, листья, машина, она не подходит. Реально, вот есть вариант, что магия, магия. Но магия это, конечно. Давайте глянем, может быть сейчас дерево вырастет, скоро наше. Или уже выросло, и мы его сейчас порубим немного, и... Так, оно выросло у нас. Эндерман. Пошли вон. Эндерман плохой. Все, двери закрывайся. Дверь. Куда он делся, что-то не понял. Все. Хрен с ним. Какой же тут еще ресурс? Стрелы не. Кость тоже нет. Блин, ну это вообще, ну яблоко реально не будет. Ух, вот так вот, в принципе, изучается это все долго, нудно, но интересно. Так, давайте попробуем вот это. Этот такой. Шерсть его. Нет, ничего не подходит. Офигеть. Кожа. Ну, я думаю, что кожа тоже не подойдет, потому что тут только один элемент. Да, он тоже не подходит. Там слиток какой-то синий. Я вот думаю, что магия. Скорее всего, магия. Давайте возьмем еще два кристалла и попробуем. Да, вот я был уверен, что магия, но, как вы видите, то, что я был уверен, не дало мне огромнейших прям результатов. Ну ладно, давайте все-таки отправимся с вами в шахту, потому что все кончается на ум. Все отсюда скинем. В шахту почему хочу? Потому что все равно сейчас у нас уже все поломается с вами. И железа у нас нет. А железо в Майнкрафте это как. Это я не знаю, это даже. Ну не знаю. Конечно, не круче золота, но оно важно. Оно сильно важно. Так что. Давайте-ка вот так снарядимся и попрем в шахту. Надеюсь, нас не убьют. Кстати, золотую броню я выбил с этого, со скелета. Она была вот такая вот поношенная, как вы сейчас видите, но прикольная. Текс. Будем бродить тут по шахте. Хотя давайте побродим, что нам, может быть, что-то найдем. Но я тут уже почти везде был. Не, конечно, не везде, но много где. Ну, может, мы с вами найдем то место, где я еще не был. Правда, вот самое главное не умереть тут. Иначе будет очень обидно. Не, в принципе, можно восстановить мир, как я уже говорил. Но, блин, это... Потом бежать опять сюда, качать нового персонажа, сами понимаете, это тоже не камельфо как-то. Так. Мне нужна паутина, так что попутно надо будет еще и паутину собирать. Уголь тоже нужен. Ну, блин, рыться в шахтах, я знаю, так всегда неинтересно никому.
по-другому нельзя. Я сейчас не взламываю мои. Потому что многие есть люди, которые... Ай, ты взломал Майнкрафт, что ты делаешь? Глупый крипер, чуть меня не убил. Подождем, надо подождать, пока восстановится. На паузу пока поставлю. Итак, прошло пару минут, здоровье восстановилось наше, и можно смело отправляться в бой. И давайте же мы это сделаем. Крипер откуда-то появился отсюда. Надеюсь, еще один отсюда не выбежит. Очень на это надеюсь. Добудем всю вот эту красоту. Правда, это мерзкая красота, она иногда мешает. Один раз я из-за нее умер. Застрял, меня подошел, крипер убил. Крипера я никогда не заметил, пока рубил паутину, он сзади взорвался. Отлично, кристаллы. Одно из таких самых важных в этой игре, именно вот в этом моде. Их выпало довольно много. Кстати, вот у нас сейчас путь тоже лежит для того, чтобы найти кристаллы, потому что кристаллы это тоже важно. Примерно так же, как и железо. Так, вниз. Нет, вниз мы не пойдем. Пойдем с вами. Так, наверное, в эту сторону пойдем, посмотрим, что тут. Хотя я не уверен, что тут что-то крутое. Но все же. Так. Не, какая-то фигня. Вернулись обратно. Ну и ладно, добудем паутинку с вами. Надо как-то найти алмазы, потому что без алмазов тоже дело, я думаю, вы понимаете, что оно дальше не пойдет. Обязательно надо алмазы. Слышу, как кричит зомби. Надеюсь, его тут нет.